заламываем шею. Мы слегка приподнимаем подбородок. И сейчас, как змея, вы будете выстреливать языком вниз. Смотрите. Вниз, язык вниз. Подбородок чуть приподнят. Мы будем это делать несколько раз. Несколько, я не знаю, на штук 20, 30, 40, 50. Я не знаю, посмотрим по ситуации. Давайте начнем. Поехали. Главное, не останавливаемся. Поехали. И приподняли подбородок. И делаем. Теперь высунули язык и держим. А теперь язык вправо, влево наверх, вправо, влево. Вот если вы делаете правильно, вы чувствуете вот здесь очень сильно, как начинает работать подбородок. Поехали, 20 раз. Вправо и влево. Поехали. И. Стоп. И если вы делали это правильно, вы вот здесь вот прям сильно почувствовали напряжение наверняка. Теперь мы будем делать следующее упражнение. Сядем прямо и начнем. Можете уже брать масло, носить на руки, размазывать. И сейчас я вам покажу мое любимое упражнение. Мы сейчас будем распиливать подбородок. Не подбородок, а вот эту вот часть. Мы ее будем пилить. Как мы пилим? Мы ее пилим, значит, вот таким вот образом. Мы начинаем распиливать с верхнего уха. И начинаем пилить. Пилим, 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 пилим. Еще вот эту часть распиливаем прям. Не очень сильно, но и не очень мягко, так средним распиливаем, чтобы прочувствовать. Угу. Потихонечку начинаем передвигаться вниз. Смотрите, не под горлом, оно вот прям вот здесь вот вы распиливаете, вот эти вот части. Вот эти вот. Начинаем распиливать под горлом. Ой, под подбородком. Пилим, распиливаем. Должно быть уже какое-то вот прям жар, жжение. Очень полезно разминать вот эти вот все вещи. Ага, еще пилим, 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 пилим. И давайте влево уходим и также распиливаем, распиливаем. Убираем все нависы, провисы, да? И опять вниз ушли, распиливаем. Угу. Делайте приятное выражение лица при этом. Ага, а теперь вверх и вниз так. Прям покрутить, прям чтобы овал лица был четкий. Угу. И закончили. Ух! Если вы сделали все правильно, у вас должны прям вот руки устать, руки тоже здесь работают. И вот у меня вот ощущение, как будто вот контур прям стал четким, да, как будто вот мы вырисовали вот такой вот
отчеканили такой вот контур, красивый овал лица. И еще я вам покажу несколько упражнений. Значит, вы ставите руки под виски и будете давить и спускаться к ключицам. И прям в конце нажимаем на ключицы. Еще раз подняли. И прям давим, ощутимо давим. И нажали в конце на ключицы. Еще. Подняли. И вот мы сейчас вырисовываем вот эту вот часть. Мы как будто Микеланджело. Мы сейчас слепим скульптуру из своего лица и из своей шеи. Поехали. И спускаемся. Чуть-чуть поднимите подбородок, да? Вытянитесь. Все сохраняется, девочки. Осанка сохраняется. Мы просто добавляем самомассаж. И вырисовываем скульптуру. Еще раз. И вырисовали. И нажали. Обязательно в конце нажать. Можно даже чуть-чуть задержать. Опять. Нежная личико, шейка. И задержали. Еще очень нежно, но ощутимо. И еще. Угу. Мысленно представляем, как у нас все лишнее убирается, шея вытягивается, становится тонкой, красивой. Угу. И постояли здесь. Стоим 8. Вытягиваем шею, подбородок 7, 6. 5, 4, 3, 2. Расслабились.